самые кассовые фильмы в истории. И на пятом месте находится седьмой эпизод «Звездных войн». В прокате этот фильм собрал свыше $2 миллиардов, что ж, 8 раз превысило бюджет фильма. Далее идет всем известный «Титаник», который при бюджете в $200 миллионов собрал примерно вот столько. Ну а в тройку лидеров попадает вторая часть «Аватара. Путь воды», мировые сборы которого превысили бюджет аж 6 раз. Второе же место занимает не менее легендарная четвертая часть «Мстителей». Любопытно, что в списке самых кассовых финал «Мстителей» не единственный фильм из этой киновселенной. И, наконец, самым кассовым фильмом в истории является первый «Аватар». Знаменитый фильм Джеймса Кэмерона, номинированный на 9 «Оскаров», собрал практически $3 миллиарда.